внимание, говорит Москва. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня, 22 июня, 4 часа утра, день объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы, подвергли бомбардировки города, и номер темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в провода. Тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь. И у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Пришедшие поли не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса.